солист группы «Руки вверх». Сергей Жуков прокомментировал смерть рэпера Кирилла Толмацэ, кого Децл передает 360. По его словам, смерть рэп-исполнителя стала для него неожиданностью, также он вспомнил об их последней встрече. Он неделю назад еще выступал у нас в «Руки вверх» баре. «Это страшно, тем более в таком юном возрасте», — рассказал Жуков. Реклама певец отметил, что они с Децлом не обсуждали темы здоровья, и беды ничего не предвещало. Также он принес соболезнования родным и фанатам ушедшего из жизни Толмацэ Кого. Ранее Яна Чурикова назвала детство символом поколения. Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децу не жаловался на плохое самочувствие.